Языковой центр гимназии 8 и Сочинская лига переводчиков при поддержке управления молодежной политики уже в третий раз провели детский конкурс «Золотой дракон». Участником мог стать любой ребенок от 6 до 17 лет, который изучает китайский язык и интересуется культурой и традициями этой страны. Конкурс проводился по двум направлениям – поэтические чтения и письменные переводы текстов. По веб-трансляции все выступления просматривала и профессор китайского языка из Поднебесной. Китайский – он язык тонов, это мелодия. Поэтому, когда ребенок декламирует стихи, там это проявляется, открывается в полной мере. Мы считаем, что стихи китайские помогают ему лучше освоить базовые знания китайского языка. Это очень приятно, что в России изучают китайский язык, потому что обычно русская культура больше тяготеет к европейской. Но сейчас в Сочи очень много возможностей для китайцев, и много китайцев приезжает. Поэтому очень приятно такое внимание. Призовой фонд конкурса – 70 тысяч рублей. Победители получили в качестве призов проживание в семейном номере люкс, ужин в ресторане китайской кухни, билеты в парк аттракционов и на китайскую чайную церемонию.